Привет, мой дружочек! Неделя прошла, а значит, самое время рассказать тебе о новинках игровой индустрии. С тобой снова та самая девушка, которая говорит про игры. Приготовься, мы начинаем через 3, 2, 1, погнали! 10 ноября на полках магазинов появилась новая часть серии «Кредо убийцы», на этот раз под заголовком «Вальгалла». Итак, Англия, 9 век, непролазные болота, дикие леса и маленькие города с домами, похожими на сарайчики с дачи вашего дедушки. Главный герой Эйвор – бесстрашный викинг и ни разу не ассасин. Да и не герой он вовсе. Главная цель новоприбывшего норвежца – подмять под подошву своего грубого сапога всю Англию. Игра не стесняется троллить поклонников серии с первых минут, издеваясь над сокровенными атрибутами ассасинов. Даже скрытый клинок герой носит вообще не скрывая, в отличие от персонажей той же самой Юнити или Синдиката. Юбисофты сильно изменили боевую систему, теперь можно взять в каждую руку по любому оружию и броситься в гущу схватки. Два топора? Пожалуйста. Два здоровых стальных шара на цепи? Только попросите. Два щита? Косплеить Капитана Америку здесь тоже можно. Говоря о косплее, главный герой выглядит один в один как Геральт, а рубит бошки топором не хуже Кратоса. От ассасинов в игре остались лишь клинки да плащи с капюшонами. Но плоха ли такая резкая смена курса? Ни капли. Мир игры огромен и безумно красив. Художники не жалели самых ярких красок при создании игровых пейзажей. Итак, мир красив. Чудесно! А интересно ли в мире делать что-то, кроме фотоохоты? Да, да и еще раз да! Впрочем, создавать детализированный открытый мир у Ubisoft получается на отлично. Претензий к ним в этом плане нет. 10 студий, которые создали игру, наполнили виртуальную Англию неприличным количеством контента. Загибайте пальцы, здесь можно совершать набеги, пить мед, строить пирамидки из камушков, осаждать замки, пить мед, заводить романы, охотиться, участвовать в рэп-баттле викингов, ловить бумажки с словами морских песен, пить мед, бить татуировки, бить людей топором по голове, убивать чудовищ, рыбачить, обустраивать поселения, устраивать в нем пиры, на которых можно снова пить мед. Пальцы рук и ног уже закончились, а я еще не рассказала про путешествие в Асгард и много чего еще. Если вы готовы провести в этом мире несколько десятков, а то и сотен часов своей жизни, то хватайте топор и не останавливайтесь, пока не проложите свой путь в Вальгаллу. Раз уж я затронула имя Геральта в прошлой новости, расскажу вам кое-что о серии Ведьмака. Новая игра по вселенной Ведьмака выйдет в 2025 году. Именно такое заявление делают польские аналитики на основе изучения финансовых документов CD Projekt. Глава студии Адам Кичинский как-то подчеркнул, что все их игры в дальнейшем будут относиться или к вселенной Ведьмака, или к вселенной Киберпанк. Так что вполне вероятно, что после выпуска Киберпанка 2077 Projekt'ы начнут разработку условной четвертой части Ведьмака. Хоть и каноничная сюжетная линия Геральта закончилась в третьей части, простора для творчества у разработчиков достаточно. BioWare работает над новой частью Mass Effect. Ты бы 100% знал это, если бы посмотрел прошлые наши выпуски. Обязательно посмотри их. Ссылки будут в описании. Так вот, представляешь, прошла всего неделя, а разработчики успели поделиться первыми концепт-артами. Они были приведены вместе с дебютным концепт-артом следующей части серии. Как по мнению фанатов, на одной из иллюстраций изображена архитектура загадочной цивилизации. С подобными постройками ты уже мог столкнуться в прошлой игре студии. На другой картинке находится сооружение, напоминающее недостроенный ретранслятор, с помощью которого главные герои перемещались по космосу еще в оригинальной трилогии Mass Effect. Пока что это единственные подробности студии о новой игре. В какое приключение отправятся герои следующей части, мы, скорее всего, узнаем только через год, а может быть и больше. Ресурс Bonus Finder провел исследование вместе со спортивными учеными и игроками. Во время сессии эксперты измерили показания пульса, сердечного ритма и дыхания. На основе полученных данных был составлен рейтинг самых стрессовых игр. Первое место заслуженно заняла серия игр Dark Souls. У многих игроков только при упоминании Dark Souls начинают скрипеть зубы от агрессии, а в голове появляется всем знакомая заставка.
Чтобы персонаж не погиб, нужно умело чередовать атаки и уклонения и следить за стаминой. Dark Souls – это серия игр, созданная не для бездумного прожимания всех кнопок подряд. Здесь даже крутая броня в паре с отличным оружием не спасет тебя от собственных кривых рук. Поэтому неудивительно, что Souls-серия занимает первое место в рейтинге. 17 ноября вышло прокачанное издание легендарного Mortal Kombat. Уже 11-го. В честь такого дела студия разработчиков подготовила яркий трейлер, где наглядно показан путь, который проделала игра за 2 года. Две динамично-сюжетные кампании, которые смотрятся на одном дыхании, как дорогущий голливудский боевик. Целых 37 бойцов, а значит и 37 способов устроить ожесточенный мордобой с друзьями. Терминатор, Рэмбо, Робокоп и Джокер на вечеринку пожаловали даже гости из иных вселенных. Разработчики неплохо так подзапарились над графикой, игра теперь выглядит еще лучше. Старого доброго ультранасилия и экшена стало больше, а выбивать всю дурь из друзей на экране можно теперь в 4К. Вдобавок, все обладающие оригинальной игрой получат обновление графики совершенно бесплатно. Совсем недавно в игре Apex стартовал новый сезон. Только 4 ноября легенды прибыли покорять карту Олимп. Казалось бы, что за 2 недели могут придумать игроки? А как насчет гонок? Заезд устроили участники дискорд-сервера Apex Lore. Участвовали все. Счастливчики гоняли за рулем трезубца, остальные же с помощью дрона персонажа Крипта вели непрерывную съемку со всех возможных ракурсов. Хочется верить, что разработчики оценят энтузиазм ребят и выпустят похожий режим, например, к Новому году. А на этом у меня все. Если выпуск тебе понравился, то ставь лайк, пиши комментарий, можешь подписаться на меня в Инстаграме. Ну и до следующей недели. Пока-пока!